epileptics. You just relax. Семь секретов йоги. Равновесие. В этом комплексе Джей будет показывать вариант для начинающих, а Клэр – для продвинутых учеников. Предлагаю начать с баланса на ступнях. Эти упражнения укрепляют свод стопы и поддерживают пальцы ног в прекрасном состоянии. Соедините ладони, скрестите большие пальцы, сосредоточьтесь на одном месте на полу. В этом секрет баланса. Найдите на полу точку, смотрите на нее и не моргайте. Сфокусируйтесь на ней, сконцентрируйтесь на этой точке. Поднимите правую стопу позади левой голени. Посмотрите на точку. Поднимемся на носок левой ноги и досчитаем до пяти. Будет трудно, не отчаивайтесь. Теперь левая нога позади правой. Смотрите на точку. Вдохните, поднимитесь на носок. Сосредоточьтесь на вашей точке. Хорошо, опуститесь. Баланс дерева. Это упражнение тонизирует внутренние и наружные мышцы бедер, улучшает их форму и повышает гибкость суставов. Встаньте прямо, поднимите правую ногу и мягко положите стопу на левое бедро. Вначале это будет непросто. Вы почувствуете жесткость суставов. Вам будет трудно поднять ногу выше этого уровня. Так и должно быть. Пусть вас это не беспокоит. И если можете поднять чуть выше, прекрасно. Если еще выше, можете опереть стопу о внутреннюю поверхность бедра или поместить спереди вот так. Это лучший вариант, но не волнуйтесь. Постепенно вы достигнете этого по мере развития гибкости. Вернемся в исходное положение. Поднимите правую ногу, обоприте стопу о левое бедро, отведите колено назад и сконцентрируйтесь на вашей точке. Отведите плечи назад, вдохните, поднимите руки, посмотрите на точку, пальцы направьте к потолку, задержитесь в этой позе. Опустите руки, соедините ладони и расслабьтесь. Повторим с другой стороны. Вдохните, поднимите левую ногу, мягко обоприте стопу о правое бедро, отведите колено назад, смотрите на точку. Все отлично. Вдохните, поднимите руки, вытяните их вверх, сфокусируйтесь на точке, задержитесь на 5 секунд. Опустите руки, соедините ладони. Хорошо. Это упражнение балансирует ваш разум, освобождая его от дневной суеты. Теперь я покажу вам следующую фазу. Она может выглядеть сложной, но она очень полезна. Если вы не чувствуете себя готовыми, ничего. Джей будет с вами, она покажет вариант для начинающих. Если вам не удается поднять правую ногу и опереть ее о левое бедро, сначала отработайте только это движение. Внимательно смотрите на точку. Вдохните, поднимите руки, потянитесь. Глядя в точку, выдыхайте и расслабленно наклоняйтесь вперед. Концентрируйте внимание на точке. Когда сможете положить ладони на пол, приблизьте голову к колену. Смотрите на точку. Выдыхайте и медленно выпрямляйтесь. Поднимайте туловище осторожно и не спеша. Отведите плечи назад, поднимите руки пальцами к потолку, опустите руки, соедините ладони и расслабьтесь. Хорошо. Прекрасное упражнение для ягодиц. Поддерживает бедра в превосходной форме. Повторим в другую сторону. Вдохните, поднимите левую ногу, обоприте стопу о правое бедро, отведите колено назад, не напрягайтесь, внимательно смотрите на точку. Вдохните, поднимите руки, сосредоточьте внимание на точке, пальцы к потолку, на выдохе наклоняйтесь вперед легко и спокойно. Смотрите на точку, положите ладони на пол, если можете, и приблизьте голову к колену. Внимательно смотрите на точку, вдохните, медленно выпрямляйтесь. Глядя на точку, поднимите руки, направьте пальцы в потолок, опустите руки, соедините ладони, расслабьтесь. Закончили. Баланс на большом пальце. Это упражнение прекрасно тонизирует задние мышцы бедер. Стойте прямо, плечи назад, положите правую ладонь на правое бедро, внимательно смотрите на точку. Возьмитесь левой рукой за большой палец левой ноги. Вначале это может показаться трудным. В этом случае обхватите руками колено, сфокусируйтесь на точке, вдохните, выпрямите ногу. Джей показывает вариант позы, поддерживая руками колено. Задержитесь в этой позе, ощутите растяжение задних мышц бедра и голени.
Опорная нога хорошо укрепляется. Опустите ногу. Расслабьтесь. Положите левую руку на бедро, вдохните, возьмитесь рукой за большой палец правой ноги, смотрите на точку, сконцентрируйте на ней внимание, вдохните, поднимите ногу, выпрямьте ее, задержитесь в этой позе, ощутите приятное растяжение. Тонус задних мышц бедра повышается, тазобедренный сустав становится более подвижным. Опустите ногу, расслабьтесь. Еще раз. Джей покажет легкий вариант, считая до пяти. Положите правую кисть на правое бедро, вдохните, возьмитесь левой рукой за большой палец левой ноги, внимательно смотрите на точку. Начинаем медленно и спокойно, поднимаем ногу, выпрямляем ее. Держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прекрасно. Левая рука на левом бедре. Вдох. Возьмитесь за большой палец правой ноги. Направьте внимание на точку. Медленно поднимайте ногу. Смотрите на точку. Выпрямите ногу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опустите ногу. Превосходно. Продолжим. Я хочу показать вам позу «голова к колену». Она тоже развивает мышцы ягодиц и задней поверхности бедер. Мы не будем торопиться. Если вы новичок, ориентируйтесь на Джей. Поставьте правую ногу перед левой и вдохните. Поднимите руки, пальцы указывают в потолок. Внимательно смотрите на точку. Держа голову прямо, очень медленно поставьте кисти на пол по сторонам от ноги. Если трудно, согните колено, как показывает Джей. Медленно поднимите заднюю ногу. Сначала слегка посмотрите на Джей. Поднимите ногу, выпрямьте ее вверх, приблизьте голову к колену. Если можете, держите ногу вытянутой, не напрягайтесь. Это прекрасное упражнение для ягодиц, для бедер. Оно стимулирует кровообращение головы и шеи, улучшает состояние кожи и волос. Мягко опустите ногу, держите руки по сторонам от ног, приблизьте подбородок к коленям. Вдохните, поднимите руки, потянитесь, направьте пальцы к потолку, опустите руки, соедините ладони, расслабьтесь. Поставьте левую ногу перед правой. Вдохните, поднимите руки, пальцы к потолку, потянитесь, выдыхайте, наклоняйтесь и поставьте кисти на пол рядом с ногой по сторонам. Внимательно смотрите на точку. Вдохните, поднимите заднюю ногу, подтяните подбородок к голени, или, как показывает Джей, слегка поднимите ногу, согнув колено. Опустите ноги, ступни вместе, приблизьте подбородок к голени, вдохните, поднимите руки, подтянитесь, пальцы к потолок, опустите руки, сомкните ладони. Закончили. Поза полета. Кончики пальцев соприкасаются. Вдохните. Поставьте правую ногу позади левой. Разведите руки назад. Посмотрите на точку. Отведите плечи назад. Внимательно смотрите на точку. Мягко поднимите ногу. Посмотрите на точку. Досчитайте до пяти. 4, 5. Опустите ногу. Соедините ладони, расслабьтесь. Соедините кончики пальцев, вдохните. Поставьте левую ногу позади правой. Разведите руки назад, внимательно смотрите на точку. На выходе поднимайте ногу, сосредоточьтесь, у вас отлично получается. Поднимите ногу, не напрягайтесь. Задержитесь в этой позе. Опустите ногу, соедините ладони. Упражнение укрепляет ягодицы и бедра, снимает напряжение в пояснице. Еще раз. Ноги вместе, плечи назад, соедините кончики пальцев, вдох. Поставьте правую ногу позади левой, отведите руки назад, смотрите на точку. Мягко выдыхая, поднимите ногу, при этом концентрируйте внимание на точке. Поднимите ногу выше и задержитесь в этой красивой позе. Опустите руки, ладони вместе, расслабьтесь. Кончики пальцев вместе, вдох. Левая нога позади правой, разведите руки назад, внимательно смотрите на точку, медленно поднимайте заднюю ногу, вытяните ее, не напрягайтесь, смотрите на точку, сосредоточьтесь, у вас прекрасно получается. Опустите ногу, соедините ладони, расслабьтесь. Отлично.
Примем позу орла. Прекрасное упражнение. Оно обновит ваши суставы, сохранит их в прекрасном состоянии, добавит вам гибкость на всю жизнь, если будете заниматься. Давайте начнем. Встаньте прямо, вытяните руки вперед, поднимите правую руку и вытяните над левой. Скрутите предплечье, соедините ладони. Сейчас будет трудно. Джей показывает легкий вариант. Если руки в таком положении, хорошо. Потом будет лучше, не беспокойтесь. Но если можете, постарайтесь сложить руки вот так. То же самое проделаем с ногами. Выберите точку, поднимите правое бедро над левой ногой, заведите правую голень за левую, положите подбородок на верхнюю руку, а локоть на верхнее колено. Сконцентрируйте внимание на точке и ощутите полное равновесие. Все суставы приобретают подвижность. Голеностопные, коленные, локтевые и суставы пальцев. Медленно выпрямитесь, соедините ладони и расслабьтесь. Вытяните руки перед собой. Левую руку поместите над правой. Скрутите предплечье и сложите ладони. Возможно, с этой стороны будет проще. Займемся ногами. Левое бедро над правым, ступня и пальцы вокруг голени. Не спешите, согните колено, сохраняя равновесие. Подбородок уприте в верхнюю руку. Локоть положите на колено. Внимательно смотрите на точку. Задержитесь в этой прекрасной позе. Упражнение стимулирует кровообращение нижних отделов живота, тонизирует.